черт! Бандиты! Остановите их! Видите что-нибудь? Мы их видим. Идем к мосту. Бандиты хотят проникнуть внутрь. Выбраться можно? Нет, мы в ловушке. Мы идем к тебе. Оставайся. Они здесь. Элли, прячься. Мария, проклятие. Прикончили гадов! Быстро к девчонкам! Да, я бегу! Джоэл! Действуй! Какого? Там кто-то есть! Томми? Мария! Я цела! Элли со мной! Черт, еле отбились. Ты цела? Да, да, цела. Джоэл, в общем, они бросились со всех сторон, ясно. А Мария такая, всем слушай. Бежать! И мы нырнули под столы, а тут бугай пальнул тише, и... Тише, слушай, и мы... скажи мне, ты не ранена? Нет. Черт. Пойдем-ка поговорим. О чем тут говорить? Пусть найдет кого-нибудь другого. Мария, я просто не смогу с этим жить. Ты знаешь, сколько людей мы сегодня потеряли? О чем это они? Случайно не обо мне? Потом поговорим. Узнал, где лаборатория? Элли, поговорим потом. Потом? Ну-ну. И что с того? Одна ошибка. Один неверный шаг, и я окажусь вдовой. Ты этого хочешь? Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь?
иди. Мария. Мария. Началось. Так. Если с ним хоть что-нибудь случится, виноват будешь ты. Она беспокоится. Да, я знаю. Джоэл, я отведу девчонку к цикадам. Можешь не волноваться. Я так и думал. Надеюсь, какой-то толк будет. Пойду, скажу Элли. Повтори, не понял. Джоэл! Что такое? Твоя девчонка только что увела коня и смылась. Е-мое, куда? Пошли. Она только что ускакала. Вернись назад, хоть убраться поможешь. Ладно. Осторожно. Вот. Да. Там следы. Ну? Пошла. Ну, пошла. Но. Она не могла далеко уйти. Мы ее найдем. Вот упрямая. И часто такие приколы? Таких еще не было. Не знаю, в чем дело. Пошла. Пошла. Сюда она не пошла. Давай. Элли, чем ты думаешь? Пошла. Ну, пошла. Вот, следы. Хренища. Обойди их, я прикрою. Все, больше нет. Теперь идем к лошадям. Ха!
Ну, пошла. Следы ведут сюда. Только до нее не добрались. Но! Давай! Пошла! 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 Смотри, у ранчо. Где наша лошадь? Она должна быть там. Вроде никого. Осторожно. Элли! Элли! Я здесь! Ах ты, Господи! Я постерегу. А вам явно надо поговорить. Это правда все, что их волновало? Парни, кино. Какую бы лучше маечку надеть? Хм, так странно. Вставай, мы уходим. Пошли. А если я не хочу? Ты хоть понимаешь, что значит твоя жизнь? А? Взяла и убежала из идиотской прихоти, как глупый ребенок. Значит, мы оба друг друга разочаровали. Что ты от меня хочешь? Признай, что ты мечтал меня сбагрить. Томми знает эти края да лучше плевать. Меня. Ну, извини, ему я доверяю больше, чем себе. Хватит прикидываться. Чего ты так боишься? Что со мной будет как с Сэмом? Я не могу заразиться. Я могу за себя постоять. Сколько раз мы чуть не погибли. И тем не менее, до сих пор живы. Томми сумеет лучше о тебе позаботиться. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. И я... Ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду. Мне жаль твою дочь, Джоэл. Мне знакома боль утраты. Ты понятия не имеешь, что такое утрата. Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Так что не говори, что с Томми мне будет лучше. С Томми мне будет еще страшнее. Ты права. Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Тут наши пути расходятся. Завязывайте, мы не одни. Двое на подходе. Внутри их еще больше. Я вон там поищу. Глянь, что там. Где этот хрен? Подожди.
Порядок. В доме чисто. Пошли назад к лошадям. Никого. Помочь тебе? Я сама. Пошла. Вот и дом. Вечером кино будет. Где лаборатория? Далеко, в университете Колорадо. Гаудеамус. Элли, слезай с коня. Верни его Томми. А этого я заберу, если ты не против. Ну что, два раза просить? Я не понял. Опасаюсь твоей жены. Больно уж она грозная у тебя. Прости, что украла лошадь. Ты чего? Пошли домой. Давай хоть поговорим. Ну что говорить, я все решил. Значит, в Колорадском университете. И где она там? В научном корпусе. Такая, как зеркало. Не пропустишь. Передавай привет жене. Мы всегда тебе рады. Знай. Готова? Готова. Адьос, братишка. Пошла. Другой команде. Это называется перехват. И если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь.